Скажу сам, пока меня не оболгали. Да, меня потянуло на кого-то младше себя. Он хорошенький. Ха-ха-ха-ха-ха. И что, мы больше не будем вместе спать? Ты где-то видишь еще одну кровать? Да. Ты моя сучка по жизни. Ну, насчет школьницы ты особо никому не трепи. Эй, ты меня знаешь? Главное, не говори моей сестре. Ты меня знаешь. Кому ты пишешь? Школьница? Ужас, Скотт! Все неправда. Кто тебе сказал? Уоллес, кто? Уоллес, ну и трепло. Ты меня знаешь? Уоллес! Что это за таинственное дитя? Ее зовут Найс Чао. Она китаянка. 17-летняя школьница китаянка? Ты обалдел? И она из католической школы. Они что, и форму носят? Да, полный набор. О боже, ну вы хотя бы не... Не-не-не-не-не, мы даже за руки не держались. Один раз она меня чуть обняла. Скотт, нафига тебе все это? Я не знаю, с ней весело. Главное, просто... Год прошел с тех пор, как тебя бросила та, кого нельзя называть. И что? Это ты типа встаешь на ноги или у тебя крышак поехал? Я уточню и перезвоню. Зачем я сюда пришел? В этой школе и мальчики есть. Гадина. Даже я не стал бы встречаться с малолеткой. Ее отпускают только пока светло. Какое тут встречаться? Мне бы просто... Поиграть? Тоже звучит некрасиво. Да. Привет, Найвс. Это мой гей-сосед Уоллес Уэллс. Привет. Он гей. О, сказать тебе, кто в нашем классе гей? Я знаю, очкарик. Уоллес, тебе пора. Пока. Он тебя недостоин. Беги. Get ready. Here we go. А ты знала, что изначально Пэкман назывался Пукман? Это потому, что название происходит от японского выражения, означающего «мотать башкой с открытым ртом до одури». Название изменили на Пэкман, потому что решили, что игра с названием Пукман может не прижиться. Ну, сама понимаешь. Вау! Ну, надо же! Да, надо же. О, а, ясно. Я вообще мало музыки слушаю. У нас в классе кое-кто играет на рояле и еще на чем-то, но вы, ребята, вы крутые. Я знал, что я крутой, но не подозревал, что мы крутые все вместе. Спасибо тебе, Найвс. Вы обязательно прославитесь. Ну, мы и так довольно известны, но, конечно, будет клево, если мы появимся на футболках и все такое. Клево. Ну да, да. Простите, у вас есть альбомы группы Clash at Demon Head? А слабо поискать на стенде Clash at Demon Head? Спасибо, Джули. Ты в пятницу придешь ко мне на тусу или будешь сидеть с ребенком? Спасибо, Джули. Ты лучше.